Фестиваль живой музыки на Кировской волне впервые прошел в 2012 году. Название он получил благодаря месту своего проведения – берег реки Нева в городе Кировске. При отборе талантливых музыкантов и исполнителей любых стилей и направлений главным критерием стало требование живого звука. Продолжительность фестиваля 5 фестивальных дней, включая гала-концерт. Все это в формате Open Air. 12 кВт звука для конкурсной программы и 20 кВт для гала-концерта. Концертная площадка, включая различные зоны отдыха для зрителей, оборудована средствами охраны и благоустроена. Есть все необходимое для комфортного отдыха на открытом воздухе. По официальным данным, в день празднования 85-летия Ленинградской области в 2012 году, когда и состоялся гала-концерт фестиваля, в городском парке побывало более 5000 человек. В нашем серьезном деле кто-то обязан быть первый, но далеко не каждый хочет отдать себе нервы. В нашем серьезном деле кто-то обязан быть первый, но далеко не каждый хочет отдать себе нервы. Кто-то же должен, кто-то же должен, кто-то обязан быть первый. Кто-то же должен, кто-то же должен, первый мотать себе нервы. Мотать себе нервы. Мотать себе нервы. Учредителями фестиваля выступили Совет депутатов и администрация муниципального образования «Кировск». Идею поддержали в Комитете по культуре правительства Ленинградской области и в Управлении культуры Кировского района. Спасибо большое, Кировск. Мы очень рады были к вам приехать. И еще раз зовите, мы будем рады. Спасибо, у вас очень классный город. Спасибо. Призовой фонд и организаторские затраты обеспечены спонсорским участием предприятий и частных лиц. В течение самого теплого летнего месяца каждую субботу на берегу Невы звучит только живая музыка. По итогам 4 фестивальных дней жюри выбирает победителей. На официальном городском сайте и в социальной сети в интернете ведется дневник фестиваля. Каждый желающий может смотреть онлайн-трансляцию или запись любимой группы исполнителя. Там же можно принять участие в онлайн-голосовании по выбору победителя в номинации «Народная любовь». Первый фестиваль на Кировской волне собрал музыкантов со всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Всего более 30 участников. Кировская волна объединила любителей музыки различных стилей и направлений. Поп, джаз, рок, альтернатива, а также народная музыка. Вот лучшие исполнители получают памятные подарки из рук руководителей города и гитариста легендарной рок-группы «Круиз» Валерия Гаины. Привет, Кировск! Как настроение? Не слышу! Не слышу! Итак, гран-при вручается группе «Департ». Так вот, дорогие друзья, на этом наш концерт не заканчивается, поскольку... Церемония закрытия фестиваля сопровождается лазерным шоу и всеобщим ликованием и гостей, и жителей нашего любимого города. Мы живем не в Ленинграде, а немного в стороне. Обойти весь город за день вы сможете вполне. Как Москва, он не вырос, наш город Кировск. Наш город Кировск, что стоит на Неве.